Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале Polar Wolf, гороскоп и футбол. Гороскоп на завтра, 21 декабря 2020 года, для всех знаков зодиака. Воскресенье, 21 декабря 2020 года, до 12 часов 56 минут продолжается 7-й лунный день, а с 12 часов 56 минут и до 13 часов 7 минут следующего дня 8-й лунный день. Восьмым лунным днем начинается вторая четверть лунного месяца. Это день преобразований, кардинальных изменений, внутренней трансформации. Изменениям способствуют символы восьмых лунных суток. Феникс, сгорающий в собственном огне и возрождающийся из пепла, пламя свечи, алхимия. Сегодня весь ваш организм перестраивается. Происходят невидимые для вас изменения на биохимическом уровне. На уровне клеток и тканей. Организм насыщается энергией. Это ваш шанс начать жизнь, как люди любят говорить, с чистого листа. День хорош для самоанализа и раскаяния. Вспомните все беды и неприятности, которые настигали вас в прошлом, и отпахнитесь от них. Вспомните, как вы сами доставляли неприятности другим людям, и раскайтесь в этом. Темное прошлое должно сгореть в огне без остатка. Сегодня можно зажигать свечи и камины, разводить костры. Созерцание огня станет своего рода очищающей процедурой для вашего сознания. Восьмой лунный день – день перехода из одной фазы в другую. Может уготовить вам сюрпризы, неожиданные события, к которым вы можете быть не готовы. Поэтому надо все время оставаться собранным и организованным. Пригодится умение подстраиваться под обстоятельства и с выгодой для себя менять планы и тактику поведения. День очень активный, поэтому медлить нельзя. Для пассивных людей день может быть опасным. Если вы по натуре медлительный человек, то постарайтесь не иметь дела с огнем и электричеством. День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, сделать дома ремонт, отправиться в путешествие, переехать в другую квартиру, сменить место работы и так далее. И, конечно же, не надо забывать о внутренней, духовной трансформации, заниматься самоанализом, самоочищением, просить прощения у людей и прощать их самих. Здоровье и питание. С 22 по 24 декабря на AliExpress продлится акция на смартфоны Xiaomi. Хорошая оценка качества и более 17 тысяч заказов. Ты сможешь приобрести этот классный смартфон за 7590 рублей. Промокод появится в день старта продаж. Ссылка в описании. Возникшая сегодня болезнь может оказаться очень опасной, поэтому надо вовремя принимать профилактические меры. Под ударом в этот день оказываются печень, желудок и периферийная нервная система. Нельзя переедать, курить и пить спиртное. День особенно благоприятен для приготовления лекарственных средств, даже очень сложных, состоящих из нескольких десятков компонентов. Сегодня можно очистить желудок и кишечник. Стрижка волос в восьмой лунный день способствует продлению вашей жизни. Любовь и отношения. Прощайте людям их проступки. Относитесь ко всем с теплотой и с любовью. День хорош для групповой работы или отдыха в компании, но неблагоприятен для ссор и выяснения отношений. Споров лучше избегать, конфликты пресекать на корню. Идти под венец в этот день нежелательно. Брак будет удачен только для активной и деятельной пары, всегда готовой к переменам и новым впечатлениям. Если ваша пара таковой не является, то заключенный сегодня между вами брак породит сплошные разногласия и с большой вероятностью рано распадется. Работа и творчество. В бизнесе день можно уделить поиску и привлечению новых партнеров. День удачен для совместной работы с коллегами. К начальству можно обращаться с мелкими вопросами. Глобальным проблемам подчиненных руководство сегодня глухо. Для бизнесменов и всех трудящихся день очень напряженный. Не исключена вероятность стрессов. Работайте умеренно, не перетруждайте себя и не задерживайтесь после работы. Рожденные в этот день зачастую имеют особый склад ума, способные накапливать и долго удерживать в себе важную информацию. Они трудолюбивы, умны, добросовестны, и эти качества в них ценят окружающие. Человек любит прилежный труд и завоевывает положение в обществе именно благодаря своему доброжелательному характеру. Вместе с тем он не любит тратить энергию попусту, отказывается от физических нагрузок. Родившиеся в восьмой лунный день оригинальны, могут стать хорошими артистами благодаря своей уникальной способности перерождаться на сцене.
Восьмой лунный день проходит под символами птицы Феникс и ларца, которые олицетворяют перерождение, изменение и хранилище таинственного, скрытого от глаз. Все это желательно учитывать при трактовке сновидений этого лунного дня. Иначе говоря, в своих снах вы видите то, что находится у вас в подсознании, ту часть вашего «я», которая спрятана где-то глубоко и которая явно не видна. И только посредством сна вы можете увидеть ее и понять. В этом отношении сновидения, пришедшие в восьмой лунный день, являются откровениями. Если верно подойти к трактовке снов, вы сможете понять, какие изменения вам предстоят, и психологически подготовиться к ним. Или сможете определить, по какому пути вы движетесь, и внести изменения, которые в ваших силах, чтобы исправить свое текущее положение и сделать свой путь духовно чище. Сновидение восьмого лунного дня указывает на некоторые задачи и цели, так и оставшиеся нереализованными и ждущие своего решения. Это также могут быть какие-то неисполнившиеся желания. В этом случае рекомендуется прислушаться к себе. Возможно, настал тот момент, когда у вас достаточно сил для их реализации. Хорошо, если вы сможете не упустить этот благоприятный момент. Сад-огород. Восьмой лунный день продолжает нарастать активная деятельность растений. Жизненная сила увеличивается, идет активное поглощение микроэлементов и полезных веществ из почв и накопление их в плодах, стебле и листьях. В этот период рекомендуют обеспечить хороший полив, проводить подкормку. Энергетически этот день очень неустойчив, так как является переходным этапом, когда первая лунная фаза сменяется на вторую. Несмотря на то, что согласно общим рекомендациям в этот день хорошо заниматься посадкой, пересадкой, укоренением и черенкованием, все же восьмой лунный день считается не самым благоприятным для работы с Землей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И будьте здоровы! Ваш Полар Волф.